Привет, ребята! Мы отдыхаем в Кандуках. Это замечательное место находится в Тульской области. Сюда очень много народу приезжает с соседних областей. И это наш местный тульский курорт. И сегодня мы посмотрим, как здесь можно круто отдохнуть. Ребята, на Кандуках обалденно. Это шикарнейшее место с невероятно красивой синей морской водой. В Кандуках очень много водоемов, но самые популярные — это то, где мы сейчас находимся, озеро Пафос, название говорящее. Когда-то здесь, в Советском Союзе, разрабатывали уголь, были угольные шахты. Лет, наверное, 45-50, может быть, больше, можете погуглить. Эти шахты закрылись, и, соответственно, те выемки в земле начали наполняться водой. И они наполнились этой шикарной по цвету, как морская вода. Здесь нет рыбы, здесь очень мало водорослей, потому что вместе с углем попадались какие-то примеси, и, соответственно, вода, она и по составу не совсем обычная. Пить ее нельзя, но купаться в ней можно. На Кандуки приезжают, ну, наверное, тысячи людей. Это очень популярное место, популярным оно стало несколько лет назад. И я здесь уже, наверное, раз десятый, если не больше. И вам советую сюда пожаловать. А еще, ребята, в Кандуках есть классная, офигенная тарзанка. И сейчас я вам покажу, как с нее можно попрыгать. Ну, с Богом. Кандуки и собор, ребята, это невероятно круто. А еще, ребята, в Кандуках можно взять в аренду сабборд. Или купить и привезти свой. Я купил и привез свой. Это довольно дорогое удовольствие. 1500, где-то 1,5 часа. Ну, я здесь уже 3 часа плаваю на сапе. Нормально так накатал. В Кандуке это довольно большое водохранилище. Длиной почти 2 километра. Два водоема основных. Один это, который вот сейчас мы на нем находимся.
И есть водоем поменьше, там как раз находится основной центральный пляж, где как раз и сдаются в аренду саборды, играет музыка, такая мощная тусовка, туда проще всего подъехать. Перед кондуками есть большая парковка, даже две. Соответственно, дорога нормальная, отсыпана щебнем. Но некоторые люди, такие как я, предпочитают заехать куда-нибудь подальше и найти себе место более уединенное, тихое и спокойное. И еще, ребята, когда едете в кондуки, будьте готовы к тому, что здесь ночью постоянно тусовки. До часа ночи вам спать, скорее всего, не дадут. Поэтому берите берушу и повязку на глаза. И снотворное, и успокоительное. Шучу. В кондуки многие приезжают на один день на пляж потусоваться, поплавать. Но мы не такие. Нам сюда ехать около 100 километров. Мы приезжаем сюда дня на два и берем с собой палатки. Смотрите, вот наш лагерь. Шашлыки в кондуках. Это очень вкусно. Только не надо смеяться над названием моей палатки. Я серьезно. В кондуках вот такая примерно местность. Растут деревца, которым 10, 20, 30 лет. И холмы, отвалы, горы. Назовем их терриконы. Кондуки полны опасностей, можно упасть. Мы сейчас, ребята, на самой вершине кондуков. Здесь открывается самый классный и красивый вид. На вершине кондуков очень крутая надпись «Кондуки». Здесь, ребята, очень круто. На вершине горы здесь прям тусовка. Let me know.
got a bottle of Grey Goose and ice cubes. Впечатляет. Внизу пляж и прокат сноубордов. А наверху горы крутая тема. Даже здесь можно супер видосики замутить. Здесь, ребята, крутые виды, и это отличное место, чтобы полетать на квадрокоптере. Здесь нет никаких проводов. Короче, здесь очень офигенно можно полетать. В кондуках можно заниматься скалолазанием. Гидроциклах, ребята, гоняют. Вдоль берега в кондуках есть тропы, где можно половину, наверное, побережья, может быть, и все обойти по периметру. Это очень классно, немножко экстремально. Ну что, ребята, надеюсь, вам видео про кондуки понравилось. Это классное, замечательное место. Приезжайте сюда. Здесь офигенно. И самое главное, не забывайте подписаться на мой канал и поставить лайк. Я надеюсь, я его заслужил. Shots like a tag nine. It's gonna get live. Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty make it bounce. Mama see the foot cuffs on my cardiac. Took my breath away like a heart attack. And I'ma spend every dime in my money back. Everybody wanna know.